Once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Что ты сплачу? Тебе не уйти! Чисто. Слезай. Черт, что ты здесь делаешь? Макоза, что на него нашло?
Это деликатное дело и очень важное. Вы можете убедить моего дурака мужа вернуться домой. Умоляю вас. Поверите, насколько низкие у меня цены. Цена совершенства не измеряется в золоте. Тебя укусили. Вожу! Он там! Анимали! Помогите! Уходите отсюда! Бегите, если вам дорога жизнь! Скажите ей, что я исправлюсь. Забудьте про честь и идеалы. Для этого убийцы нет ничего святого. Он воплощение зла. Как вы это делаете? Как он это делает? Ничего все! Я вижу его! Ладжу! Я его не вижу! Ха-ха! Сейчас ты умрешь! Отпусти! Быстро! Вон он! Ладжи! Дьявол.
быстрее! Он там! За ним! Это же огромная армия. Орда ночных кошмаров. Ох, анимали, помогите! Он дал ему уйти! Бедное животное! Чтоб тебе потом Что такое? Эй, подумайте о тех, кого вы можете поранить. Обычные средства и лекарства из далекой Аравии. Здоровье ждет вас. Всем членам гильдии каменщика объявление о добыче камня. Среди огромной недостатки камня в этом месяце будет выполнена только треть заказа. Как он это делает? Подходите, друзья! Сегодня у меня смерть! Пощадите меня! Я простой!
не пойдет! Подходите, друзья! У меня есть все произведения. Ладно, я... Позволь мне подобрать для тебя стильную одежду. Чем миланские. У меня самые модные вещи. Эй, тут тебе не... Поворачивай, здесь тебе делать нечего. У меня лучшие товары из металла. Никто не видел моего помощника. Он был где-то тут. Всегда рад, сеньор. Приходите еще. Что ты здесь делаешь? Он там! Не дайте ему уйти!
Может, мы должны что-нибудь сделать? Туда, быстрее! Будьте осторожны, проходя через ворота. Тени его укрытия, нервы его. Пусть злые тираны припомнят мой глаз, когда мститель за ними придет. Никто от его не укроет глаз. Ты имеешь право быть здесь. Уходи. Приказом сеньори и Флоренции. Тебе здесь не место. Я не могу этого сделать. Слезай! Неплохо! Настоящий атлет! Я немного рассеянный, но ты знаешь, как у тебя... Он не уйдет! Вот он! За ним! У меня есть все, что вам нужно. Самые модные художники из Флоренции, Венеции, Сиены. Чем у него? Он свернет тебе шею.
Вот забавный способ. Уходи! Что такое? Эй, кретин! Ночу, что такое? Иди сюда! Храни. Черт! Он ухуй, Эколо! Он вон там! Я с тобой! Сегодня последний день твоей жизни! Проваливай! Граждане, приказом сеньоре Флоренции, всем жителям Сан-Джиминьяно предписано соблюдать все стандарты при чеканке денег, в том числе относительно чистоты металла и веса монет. Нарушителей ждет суровая кара. Ты знаешь, что делать? Не волнуйся! Только трус! Скризмотайте его, пациент сарагатцы! Ха-ха-ха!
воспрещен. Уходи! Вон он, это вряд ли. Тебе нельзя здесь находиться. Подходите, уважаемый клиент. Похоже, что вы только выглядите как простолюдин. Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Подходите, друзья. У меня есть все произведения искусства, которые вам нужны. Широкий выбор. Только на этой неделе, купив триптих или запрестольный образ, вы получаете вторую картину бесплатно. Точно бьется. Какая необычайная дело. Тебя здесь не место. Уходи. Слезай. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как... Тебе нельзя здесь находиться! Вон он! Лазь быстрее! Он уходит! Я уверен, у меня есть то, что вам нужно. Может, в чулане или еще где-то. О, какие движения! Вечер. Я не знаю, что...
что происходит? Здесь. Уходи! Сюда вход воспрещен! Уходи! Вон он! Так просто ты не отделаешься! Для вас, дорогие клиенты, у меня просто невероятные... Нам вход воспрещен. Лошадникам, конюхам, возчикам и конным рыцарям. В городе пошли слухи о лошадиной холере. Совет предписывает регулярно осматривать всех лошадей. После вас. Вот он! Я бы уже сбежал. Всем жителям Сан-Джиминьяно предписано соблюдать все стандарты при чеканке денег, в том числе относительно чистоты металла и веса монет. Нарушителей ждет суровая кара. Объявление от гильдии каменщиков и скульпторов. В связи с нехваткой камня работа над раскреплениями портала Сан-Матео приостановлена. Будьте осторожны, проходя через ворота. Не могу поверить, мы платим этим болванам за защиту. Внимание всем лошадникам, конюкам, возчикам и конным рыцарям. Моли Бога о прощении. В городе пошли слухи о лошадиной холере. Совет предписывает регулярно осматривать всех лошадей. Что мы платим этим баранам? Нас нет. Всем членам гильдии каменщиков объявление от торговца. Не убивайте меня! Чтоб это не было, избавьте меня! Слезай! Плачу! Остановите! Вот это мужчина. Не то, что Ориго.
всем лошадникам, конюхам, возчикам и конным рыцарям. В городе пошли слухи о лошадиной холере. Совет предписывает регулярно осматривать всех лошадей. Прикончим этих разжиревших собак, Форца Рогатца. Я никому не причинил зла. Приказом Совета Флоренции цена зерна устанавливается в 13 золотых за 100 фунтов. Я клянусь. И где теперь ваши кальяны? Много зла натворил и заплатил за это сполна. Мы платим этим болванам за защиту. Объявление о наборе каменщиков и скульпторов. Связи с нехваткой камня, да, грозно вас, лица бледные, зубы стучат. Через ворота. Что с вами, капитан? Вы побелели, как мел. Много зла натворил и заплатил за это сполна, но этого я не делал. Приказом сеньора. Мадре Санта, пора уходить. Не трогайте меня. Ухожу, это чересчур. Не трогайте меня. Чистоты металла и без самонет. Это без меня. Не трогайте меня, пожалуйста. Эмблемом гильдии каменщиков. Отделение от торговцев камня. Ведь с огромной нехваткой камня в этом месяце будет выполнена только треть заказа. Слезай, крики! Слезай, крики!
Нет, нет, я с вами, честно. Посмотрите на мою небольшую галерею. Уверен, каждый любитель искусства. Тихо, тихо, не надо так, друзья. Если вы купите два триптиха или больше, то берегись! Собак, да. Разве это законно? Ах, ты, ах, не расправь, господи. Ну как можно так сделать, а? Ну как можно так неаккуратно? Торопитесь, друзья! Убийца уже здесь! А? Видел бы это мистер Джеральди! Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Отличное средство для печени. Вы не поверите, насколько низко. Диабета. Ни шагу назад. Странно. Андиамо. И как мне это сделать? Ну ты красотка. Вот, за ним. Эй, солдато! Это ты просто хочешь, если ты сам себе! Чего? Тихо меня! Не трогайте меня! Ты огорчил меня, а когда я огорчаю... Какой атлет. О, это очень рискованно. Он в своем уме? Граждане, приказом сеньори Флоренции всем жителям Сан-Джиминьяно предписано соблюдать все стандарты пичиканки денег, в том числе относительно чистоты сигнала и веса монет. Нарушители ждет суровая кара.
В городе опасный убийца! Он сеет смерть и страх! Мы должны остановить его! Ну, ты помилуй! Отлично, давай, давай! Спаси нас, Матерь Божья! Помогите! Ассасину! Пожалуйста, не трогайте меня! Клянусь, я вообще не причем! Беги! Черт! Надо бежать! Еще один бестолковый воитель. Кей-идиот. Совершенство не измеряется в золоте. А, что я говорю? Что на вас нашло? Кальма! Я друг! Дьямо! О! Не дайте ему! Откуда мне знакомое его лицо? У меня было это чувство. Он не трогайте! Я так не пойдет! Тебя не уйдет! О-о-о! Тебя поджарят на вертеле, как поросенка! Раны припомнят мой глаз, как там.
какая сила! Ты что, выпил? Эй! Просто... Уводите родных домой! Заприте двери и не выходите! Способен. Будьте начеку и доверьтесь стражникам. Мы должны остановить его. Объявление от гильдии каменщиков из Куб. Чем это? Пожалуйста, Мико, успокойтесь. Я не могу. Убирайся, или я убью тебя. Подходи, не стесняйся. Aspetta. Минуточку времени, мисс. Я тебя знаю.
Поди сюда. Эй, не дайте ему уйти. Не бойся, мы его поймаем. Я его не вижу. Вон он! Ничего, убегай! Держи его! Думаешь, ты сможешь улизнуть? Он там! За ним! Взять его! Если бы знали, кто мы. Это безумие! Узлые тираны припомнят... Что это было? Должно быть совсем... Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Что такое? Иди сюда! Так. Прошу, еще друга. Один смутьян, который не может держать Andiamo!
Похоже, он сошел немного с ума. Спятил. Этот эликсир состоит из гранатового сока и свинца. Эй, ты что задумал? Он не робкого десятка, верно? Я уже собирался идти домой. Это почти преступление! Пройти мимо моей лавки! Ты исцеляю всех! Теперь все быстро заживет. Посмотрите на товары высшего качества. Тебе конец, Крити. Вы вернули нам надежду, друг. Всем сердцем мы с вами. Вы вдохновляете. Он поскользнется! Ищите удобного момента! Не поддавайтесь на финты! Помогите! О, Джизу! Господи, мне определенно помогите! Заходи сзади! Сейчас мы избавим тебя от страданий! Прикончим этих разжиревших собак, Форд Сарагас! Он поскользнется! Черт, мы надо бежать, сеньор! Сдавайся или сдохнешь! Слезай, Стронгзо! Очень рискованно. А что заставило мужчину? Внимание, торговцам! Мудрые правители. Это красиво! Просили, чем не жаль, что разные храбрости. Вы победите.
Если нарушаешь закон, будь готов понести наказание. Не трогайте меня, пожалуйста. Бегите. Господи, помилуй меня. Это безумие. Спаси меня. Нужно быть. Клянусь. Осторожно. Нет, Кэтвар, относись к умершим с почтением. Пусть твоя гнилая душа отправляется в ад. Подходи, не стесняйся. Подходи, не стесняйся. Я сделал все, что мог. Постарайся, чтобы рана не открылась. Беги! Не думай, просто беги! Отсюда выбраться! Мео Дио! Беги! Беги, беги! Отпустите! Прекратите! Вы с ума сошли? Ходить по-человечески. Господи, спаси меня! Вот забавный способ передвижения. Thank you.
Что-нибудь сломаешь? Передать что-нибудь? Я не хотел. Честное слово. У вас не свидание. Мои братья отомстят. Лично я считаю, что ты замечательный, благородный, чудесный человек. Oh!
Он похож на... Это плащ, черт. Он уходит. Куда он делся? Он спят. Да что? Не подходи! На помощь! Стража! Умейте! Bye-bye! Подходите, люди! Вдруг. У меня десятки новых произведений таланта. Подходите, друзья! Посмотрите на товары! В другой раз я найду то, что вам понравится, сеньор. Я использую... Для вас, дорогие клик... Ты ж здесь еще раз? Заходи. Эцио! Заходи, заходи! Чему обязаны такой честью?
Эцио! Заходи, заходи! Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопа Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично! У них нет таких средств, как у Якопо, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардей, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Умирай уже, мне хочется выпить. Бен, а теперь еще раз. Гораздо лучше. А теперь еще раз. Браво! Давай еще раз. Еще раз, Эцио. Финио ди Троя, отправляйся прямо в ад. Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопа и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам. Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. Подходите, друзья мои! На этой неделе я отдаю товары... Этот эликсир состоит из гранатового...
Не нужно так вести себя с друзьями. А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана Дабаньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Просить защиту Господа. Ты прав. На, выбирайся, пока я не кликнул страх. Вот он, бейте его! Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Просто оставьте меня. Мадре Санта, пора уходить. Я вообще не знаю. Убийца, убийца. Просто оставьте меня. Стража, помоги! Позовите стражу! Здесь убийца! Что дьяволу? Убийца! Пора уносить! Посюда снова тирания! Где же я его видел? Куда? Плачу! Ха-ха!
Успокойтесь, друг. Спаси меня. Клянусь. Иди сюда, Эцио! Подходи, не стесняйся. Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удар из-за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. Хорошо. У меня странное чувство насчет этого человека. Стой! Я хочу поговорить! И они простоят еще столько же! Не жертвуй своими людьми понапрасну! Батене, Вия! Откуда мне знакомые улицы? Здесь тебе все только смерть! Эй, уходи! Эй, стой! Привет! Я тебя стой! Я часто тебя не видел! Эй! Это не помню! Бойцы, готовьтесь! Ассасин рядом! Нужно открыть эти ворота. Я предупреждал тебя, ассасин, но ты не послушался. Эколо, бей его! Тебе конец, ассасин. Слышишь? Тебе конец. Неплохо. Вы вечно твердите об одном и том же. Думаешь, я испугаюсь кучки Дарченери? А следовало бы. Я дослал твои останки тому амбриакону и Марио. Хотя зачем? Все равно их нельзя будет опознать. Неплохо ты устроился. Несешь чепуху, пока другие за тебя умирают. Извини, друг, но ты мне нужен. Где Якопо? Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Твоя участь решена. Одна деревенщина. Andiamo. Тебя. Господи, помоги мне! Я хорошая женщина! Ты лучше меня оказаться в самой середине! Это без меня! Отсюда! Бегите! Тебе здесь не место! Уходи!
Мне безумие! Тут и палацы! Мне пора возвращаться домой. Покупайте модное искусство! Только что с Мольберта! Да, Фесс. Для этого убийцы нет! Салюты, Эдсо! Антонио Мафеи укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафеи, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Будьте начеку, не доверьтесь стражникам. Мы должны остановить его. Вам не понравилась мелодия, сеньор? Внимание! Внимание! Жители города, будьте на чеку! В нашем квартале замечены опасные передушки! Лезай! Город! Он там! Ничего подобного! И молите, молите Бога о прощении, ибо своими нечестивыми делами вы навлекли на себя гнев демона. Ваши грехи привлекли его сюда, и теперь он бродит по нашему миру, а по пятам за ним следует смерть. Почему, спросите вы? Потому что вы сбились с пути и покорились Лоренцо Медичи. Вы марионетки, ослепленные блеском золота, одурманенные коварными речами. Вы утратили чистоту, утратили достоинство, утратили веру. И пришли демоны. И пока вы не обретете веру, демоны будут пожирать ваши души и плоть. Знайте же, что добрые люди гибли, чтобы защитить эту землю и очистить ее от зла. Помолимся же, дети мои, чтобы вместе мы сумели остановить эту тьму. Внимай, небо, я буду говорить, и слушай, земля, слова уст моих. Прольется, как дождь, учение мое, он как краса, речь моя. Как небо в дождь, зелень, как ливень на траву. Изыди прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Видел бы это мистер Джеральди. Для вас, дорогие клиенты, у меня просто... Эдсо, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция.
Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Ва бене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Пришел к нам Иль Кампионе. Мы будем рады знать. Мне здесь нечего делать, пес! Торопиться. Он устанет, заблудится, потеряет бдительность, погибнет. Все будет в порядке. А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше. Нигде не буду задерживаться. Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви. Когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Помнишь, как мы разобрались? Вы преступники! Отходи его с фланга! Стронгдом!
Подходите, друзья мои, на этой неделе. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. Якопа, что вы с дружками задумали? Поднимайте свои. В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Почему? Ладно.
наемник? Стоп! Уже на то. Зачем он это? Продемонстрируй свое мастерство. Точно. Пусть лучше ведет себя смирно. В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Такими фокусами он кого-нибудь убьет. Скорее всего, самого себя. Они твои. Точно. Сколько людей виновны в смерти моего отца? Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог, но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, глазом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье, но взамен получили только ленивых неучей. Тебя призвали к ответу. А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас. Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Ха-ха-ха. Что не надо? Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только послушайте! Ah.
Иди, друг, не зная усталости и страха. Покойся с миром. Паццы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. Может, в чулане или еще где? Леонардо! Леонардо! Миди спьяче, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тот написал несколько картин.
Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. Лечу всех. Подходи, не стесняйся. Тогда прощай. Если понадобится помощь, то я здесь. Леонардо! Это? Какая удача! Я, У меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Что это за штука? Будто огромная летучая мышь. Так, пустяки. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Для чего она? Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо! Я не в силах молчать. Эцо, я наконец-то додумался, как человек может летать. Вперед, я буду править. Но я даже не сказал тебе, куда еду. Венеция. Такой прекрасный город. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. В чем дело? Мы не одни. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджиа. Что им нужно от нас?
Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, сюда! Они лезут на повозку! Стряхни их! Кто-то на крыше! Сделай резкий поворот! Стряхни их! Осторожно, а то опрокинется! Сейчас будет немного трясти. Раз мы не сможем его починить. Осторожно, сзади! Сделай что-нибудь! Держись, Эдзо! Мы почти приехали! Леонардо, уходи! Им нужен я, а не ты! Мы еще встретимся. Дай срок. Эколо, бей его!
большого! Пациенца! Убей! Убей сзади! Он поскользнется! Aspetta. Aspetta, oh, oh. Mm.
этот капюшон. Поздно. Зачем ты здесь? Зачем этот что-то? Хочу! Быстрее! Он уходит! Вот я с тобой, парень! Ma.
Вот он, ты не уйдешь! Я где-то... Вон он! Бей его! Туда, бей его! Это точно. Hmph!
Разбойники. По слухам, это наемники-гасконцы. Будьте осторожны. Приносите им...